Вы должны подстраиваться под них очень сильно. Я не знаю, кто на это согласится, но с ними правда сложно общаться. Если вы не в плане работы, если это ваш близкий человек, или это ваш партнер, или это ваш родственник, тяжело будет очень сильно, потому что они эгоцентричны очень. Они очень легко манипулируют чувствами других людей, прям очень легко. За счет того, как раз, что они очень интеллектуально хорошо подкованы. Напишите, узнаете кого-нибудь? Есть среди ваших знакомых, близких такие люди? Ничего, каждый будет жить по своим правилам. Как, мне кажется, что они будут создавать какие-то коммуны и возглавлять их. У тех, у кого лучше всего развиты лидерские качества, возглавят просто их и все. Ну, возможно, ты тоже социопат, Фрай. Возможно. Ну, то есть, давай так выясним, Фрай. Тебе совершенно плевать на чувства других людей, на правила, на социальные рамки. Если да, то ты социопат. Да, но когда мы говорим про то, чтобы поселить их на отдельный остров, тут уже как бы правила выживания, извините. Им придется подстраиваться под обстоятельства. Ну, возможно, ты социопат. Социопаты способны, несмотря на то, что они, что им тяжело испытывать эмоции, они способны создавать семьи, и даже очень хорошо, и рожают детей, и все у них в порядке, как обычные люди. Как я уже сказала, да, один из 50 человек по статистике социопат. Да? Почему-то свекровь упомянула. Я пила сегодня или эти, или нет? Нет, по-моему, нет. Или пила? Не пила. Или пила? Не социопат, хорошо. Ну, ты, у тебя есть... Ты получаешь какие-либо эмоции? Ты способен чувствовать сильные эмоции или нет? Или у тебя плюс-минус... Все спокойно. Вот так. Плюс-минус нормально. Или ты способен разгонять эмоции и чувствовать что-то хорошее? Плохое, хорошее. Муж не дает деньги на детей. Муж с тобой живет? То есть вы вместе живете? Ты творческий человек? Тогда, конечно, ты не социопат. Потому что, ну, как правило, социопаты не любят творчество. Ну, да, он с тобой живет, но мне ничего не дает, но тебе нужно ему объяснить, что это необходимость. Или пусть сам выполняет тогда все вот эти функции мамы, скажем так. Потому что детям и то нужно, и продукты, и все остальное. Он сам это все покупает? Откуда у вас продукты дома берутся, не пойму. Демое – это для работы мозга, антистресс и красивая кожа. Нет, но одно дело глобально и реально смотреть на вещи, другое дело не иметь возможности прочувствовать эмоционально. Ну, то есть мы говорим про диссоциальное расстройство, понимаете? Не любовь к людям и не желание с ними считаться. Привет, Никит. И коллаген. Коллаген для кожи и для суставов, для... соединительных тканей, и все. Just a sex. Oh, sex. I said sex. Oh my god. Sin. Okay. Just a second. Okay. Так, сейчас я запью свои лекарства. Ну, вернее, не лекарства, а БАДы. И, несмотря на это, они создают семьи. Ой, слушай, мой муж бывший тоже, вот мы договорились с ним 12 числа ехать покупать весь став для школы на сына.
Он, оказывается, был где-то на фестивале, кутил, куролесил, потому что, ну, до этого все годы я его сама собирала, он мне ничем не помогал. Ну, мы с ним не живем, да, вместе? А, сейчас я с ним созваниваюсь, говорю, ну что, мы идем Ваню собирать? Угу. Угу, могу согласиться, да. Идем Ваню собирать на школу, потому что ему нужно, ну, там, 3 комплекта формы школьной, да, потому что у нас только в школьной форме можно ходить. Ну, там, изредка им разрешают. А, спортивная форма, кроссовки. Кроссовки, извините меня, блядь, 10 стоят. А, новый портфель нужно ему купить, потому что он до этого ходил с вот этим, знаете, ранцем. Ну, короче, много всего. Там, 1030-50, я не знаю. А, он мне говорит, слушай, ой, что-то у меня уже времени нет, у меня уже что-то денег нет, и то и все. Я говорю, заебись. Ну, то есть человеку просто поебать вообще на ребенка. Я вообще, не, скажу честно, не особо надеялась, что он мне чем-то поможет. Ну, классно, а у нас школа такая, там какая-то а-ля крутая, и нужно только... Я вас тоже люблю. А я вас тоже люблю. А почему у меня лампа села? И я, походу, это, сама буду это все делать. Ну, хорошо, что у меня есть там близкие друзья. Тот же бывший, который готов все платить. Я не социопатка. М-м-м. Я нарцисска. Но нарциссы разные бывают. Это я то? Да правильно, ищи работу и уходи от него. А, ну, включайся, пожалуйста. Вот, чуть-чуть засветилась. Села лампа у меня. А, про нарциссов же я рассказывала вам уже. Вы забыли? Есть нарциссическое расстройство личности, когда у человека был недостаток внимания, когда, скорее всего, у нарциссов мать нарциссичная, либо тиранша такая, знаете, тиранша такой, родитель-тиран противоположного пола, потому что мы любовь, это вообще стопроцентная инфа, это стопроцентная инфа, я вам скажу больше, каждый психолог ходит к психологам. Это правда. Но давайте начнем с того, что психолог это тоже человек, и у него тоже есть свои травмы. У нас, хотите вам секрет, у всех есть травмы. Абсолютно у каждого человека. И даже если сейчас психологизированный умный человек будет растить ребенка, хотите вы этого или не хотите, он тоже будет с травмами. У него будут свои травмы на этот счет. Ну, то есть в любом случае, хотите вы этого или нет. Так вот. Есть нарциссическое расстройство личности, а есть нарциссическое свойство характера. Вот нарциссическое расстройство личности – это деспотичная мамка такая, которая досаждала тебе, это про мужчин. Или наоборот, у девочек деспотичный отец очень сильно, такой деспот, который всегда держал всех в узде, не давал никаких тоже эмоций, очень скупой на эмоции такие. И нарциссы, они, вы знаете, что они за счет того, что подавляют... Спасибо большое. Да, поддерживайте, пожалуйста.